19 мая 2019 год, Харьков. 14-й Харьковский велодень. Открытие сезона. 15 минут я снимал эту колонну, и так она и не закончилась. Мама дорогая, это, наверное, даже не 15 тысяч, что-то поболее будет. Тигры. Красота. Возлежишь и едешь. Это да. Что творится, просто океан велосипедистов. Шанхай. Уже редеет колонна, соответственно, уже и едут. Thank you.
Ну ладно, буду, наверное, тоже присоединяться. К общей колонии и прокачусь. 19 мая 2019 год. Харьков, 14 вело день.